Это же резик. Да, мне кажется, все равно будет весело. Господи, зачем же ж так пугать? Фух. О, господи. Нет, не все еще. Четвертым выстрелом я добила, но при этом попала не в голову. И мне обязательно, что ли, в голову стрелять? Жалко, эти яйца не восстанавливаются со временем. Это было бы удобно. И началось самое интересное. Поди вспомни, где я видела... Дверь, где нужен одноглазый ключ! Что ж вы мне сегодня все пугаете? Ну как не стыдно-то? Я же леди. Хорошо, Артём, возвращайся. У меня закончились яйца. Самодельная бомба! Какая же ж прелесть! Аля, как ты угадала? А я даже не помню, а вы пытались узнать у меня фамилию? Да, и я сопротивлялась? Сама бесполезность. Быстрее! Не люблю, когда рядом со мной размахивают большими, тяжелыми, острыми предметами. Он что там, размахивает сзади? Да. Можно я вообще тут посижу? Тихо, я стараюсь убежать. Стараюсь как могу. И нету у меня контратаки. А, кодовый замок. Раз есть кодовый замок, то можно предположить, что нам надо каким-то образом найти код. Блять! Нельзя ж так пугать-то! 02. Кстати, мы с вами в воскресенье будем тоже в хоррор играть. Называется Мэдисон. Блин, вроде кукол забрала. Да. Я знала, что она должна появиться, но я думала раньше. Я думала, ее уже не будет, господи. Ё-моё. Попадайся, мамуль.
мне вон туда зайти надо. Как-то взгляд не отводи. Как-то я должна пройти. А их тут много. А что там сзади? Господи. А вдруг тут не один манекен? Всегда ли я хорроры любила? Да. Их сложно не любить на самом деле, мне кажется. А давно ли мы стримить начали? В конце августа был год. Ну, чуть меньше, чем полтора года, в общем. Год и два месяца, где-то так. А, один манекен, слава богу. Вроде бы нам не в кухню. Я вот не пойму, справа... Да, справа кухня. Вот тут где-то проход должен быть. Нет, что ли? А, там выход через кухню был где-то слева, вот тут. Да? Может и нет. Я вижу, в чем дело. Вот в чем дело. Там прохода нету, потому что там плесень. Дама, а мимо вас можно это протиснуться? Ну, кстати, это страшно и неприятно было сначала. Ну и сделали прикольно. Я помню, тут можно было залезть под кровать. Так, предохранитель. Ой, бля. Господи боже. Там еще, что ли, один? Я ж не вижу. Там сзади. А как я должна была увидеть ты эту бабу? Ого! А ну в целом им не нужен топор, чтобы меня раскроить. Я так смешно ковыляю. Мне же где-то надо уничтожить глаз, плесень. Где это место-то? Нет, отсюда не дотягиваюсь. Блин, сейчас опять место искать. Может, отсюда? Не-а. Николай Киевский, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Зашел на минуту, убедился, какая же я... Какая же... А, какая же добрая и милая игра Bloodborne по сравнению вот со всем этим.
А уж я подумала, что это я такая добрая и милая. Ай! Да ладно, Bloodborne тоже. Тоже местами дает. Там еще одна кукла. А, руки окровавленные в тизере. Он застрелил семью и сам застрелился. Все. А можно уже не играть в игру. Я просто не знала это, этого. Так темно. Господи, меня преследуют часы. Связь плохая, я не слышу ни черта. Надо, наверное, поймать сигнал. Ловит плохо. Офицер! Можно человеческим языком? Я не могу, кстати, выйти за пределы этой, блин, ленты. Может, посередине надо встать? Вот тут прям. Да я не могу вылезти отсюда. Меня заперли. Лента мешает мне переступить ее. Нахрен ваш фотоаппарат. Ну там не видно ничего, в общем. Не хочу больше этим заниматься, видимо, нужно. Божешки мой! Офицер, вы голый! Нельзя так. Там какой-то голый мужик, что ли, бегает? Ладно, во второй раз уже не так страшно. Да все не то. Где он бегает-то? О, наконец-то, офицер Рассел здесь, 17 июня 87 года. Я вхожу в подвал Мэдисон Хейл. Я вижу какой-то колодец в центре комнаты, похоже, что он открыт. А, это офицер-женщина. Я продолжаю, хочу узнать, что там. Боже, оттуда исходит просто ужаснейший запах. О боже, я не могу, боже. Что это было? Что значит, кажется, я не один? Тут точно кто-то есть, ты же женщина. Нет, наверное, это бесполезно.
Нет, фотки не ограничены, вроде бы как. Мэдисон? У нас... Сейчас скажу. Мэдисон, это ты? У нас в начале при выборе уровня сложности стояло, что количество фотографий, оно не ограничено. Причем и на сложном уровне тоже. Мэдисон, это полиция. Выходи, это приказ. А, блядь, большой конус, это так страшно! Я бы, если бы могла, бы надела бы его на голову и спряталась. Поднимите руки вверх, чтобы я их видела. А, причем все руки. Она поняла это буквально. Она подняла все руки и ноги вверх. Сука, не подходи ближе, назад! Я сказала, черт возьми, назад! Теперь у тебя не только Джон Кит, а сзади все, но и спереди плохо. Так, ладно, все, наверное, теперь ты... Слушайте, по-моему, мне опять фотографировать надо. Опять наделали просто кучу фоток ненужных. Думаю, что-то с голосом связано. Похоже. Может, отражение какое-то. Тут особо ты не разгуляешься. Метр на метр практически пятачок. Я вижу! Я не буду смотреть, что за спиной. Мне плевать, что там. Дима, Лев, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Там голая баба страшная. Одной было бы еще страшнее. Я думаю, да. Во-первых, можно было бы еще играть полностью в темноте. Это вообще родить можно. Странно, просто надо было ближе подойти, одно и то же место сфоткать, что ли. Эта женщина. Возможно ли, что она все еще жива? Мужик, тебе сказали, что она умерла и явно хочет какой-то, чтобы мы ритуал провели, чтобы ее оживить, наверное. Если честно, она не очень правильную стратегию своего поведения выбрала. Если страшное... А, Кси, здравствуй, добро пожаловать на стрим. Если страшное, то да, лучше не раздеваться. Тут бы и вы испугались. Что у нас? Имеется много красных дверей. Таких же, как... такая же, как та дверь, которая ввела в подвал. И что же там такое стоит за углом? Скорее всего, там статуя, да? Там статуя! Ох, да! Я ожидала, ну что, она на меня кинется, наверное, больше, чем она от меня отъедет. Она тоже боится. Тут на самом деле, возможно, все эти существа боятся больше, чем, ну, боятся нас. Пришел какой-то мужик к ним в дом, они себе тут жили спокойно. А, как это крипово! О.
нужна нарезка с этого стрима. Нарезка моего перекошенного лица. Ёб твою мать! Я выключить хочу! Дай выключу гадость эту! Очень громко в наушниках! Она исчезла! А, да, да! Наш дед и бабушка, и мы, по-моему, на руках у бабушки. Это не нарезка, хотя всякие реакции тоже такое себе. Нарезка — это когда из целого стрима вырезают какие-то моменты. Теряется контекст, смысл, вообще все. Даже кто смотрел стрим целиком. Но это, наверное, интересно только в том случае, если ты сам знаешь эту игру хорошо. О, но мне больше нравится стрим смотреть. Я не знаю, там дед наш, по-моему, или отец. А, это отец. Это пейзажи. These photos are pretty old. И эти фотографии довольно-таки старые. По кругу, что ли, пошли? Твою мать, а? Это же наша загадка с этими. Что это, планеты, что ли? Круги какие-то. Я ее только сфоткала под ракурсом ужасным. Мне не видно остальных этих кружочков. Как еще раз это запустить? Все это ради халявных досок. Пошло автосохранение, но тут вообще еще какой-то люк. Медальон. Значит, дедушка пытался найти... выйти на связь с бабушкой? А это что? Кровь? Возможно, я не знаю, красная краска. Медальон нам явно не нужен. Ну, знаешь, Джон Кит, мне кажется, монтировку все равно заставят искать, потому что я так и не могу отодрать половицы на чердаке. Хотя, опять-таки, почему я не могу отодрать их вот таким же способом, молотком? Ох, как сыкотно-то мне! Хватит, а? Ой-ё! А почему темно-то так стало? Блять, а! Отпечаток пальца жениха кровью. Раньше так заморачивались. Плохие лампочки закупил наш дед. А
я могу с этой стороны обойти-то? Или мне только там придется выйти? Я не могу, да, обойти лестницу? Блин, а придется через темень там пробираться. Статуя вот уже и в гостиной стоит. О, смотрите-ка, я не видела этого. Это что такое? Какие-то красные коллекционные предметы. Причем мы даже приз получили. О, статуя исчезла. Ну а как мне пройти-то? Там темно. А, была, не была, блядь, там кто-то в конце коридора стоит. Ёб твою мать. А, там монстр стоит, по-моему. Да, а, там монстр стоит. И как мне пройти к чердаку? Я не использовать. Откройте мне сортир. Нужен уже. А была, не была! Навстречу смерти своей! О! Блядь, страшно! Мне на чердак нужно пройти! Господи! Что за срань тут творится? Мне без разницы, мне нужен чердак. Да. Но я думала, что они все-таки сделают скример, когда он побежит на тебя в итоге. Можно ли тут умереть злой? Блин, не знаю, если честно. Ну, пока еще не доводилось. А там не знаю. Ну, шкалы здоровья нету. Наверное, даже если и можно. В Layers of Fear тоже были типа обмороки какие-то. То, наверное, это ни на что не повлияет. А, знаете что? Скорее всего, надо как-то хитро по-другому развешивать портреты. Квадрат у нас. Не того сюда повесили. Пацаненку 5 лет. Значит, его надо сюда вешать. Вон туда. Ничего. Неправильно, что ли? Нет, кажется, что-то правильно, да? Там теперь вместо стены с цифрой дверь. И причем она открывается. А я сижу и думаю, где ж я такую дверь-то видела, чтобы до нее пройти? И как до нее пройти? Зажигалка. Причем ее можно экипировать.
Блин, мне не нравится это. Ну, отлично, там комната с монстрами, да? Еще и темная. Супер вообще, класс. Это то, что мне нужно было, господи. Это то, о чем я мечтала. Ух. Вообще тут, наверное, сфоткать можно. Повыше, повыше, повыше. Пожалуйста, больше никаких улыбок. Приз получен. Тут вообще даже... тут отпечатки рук на стенах. Не знаю, я бы на месте этого парня бы под кровать у бабки в комнате забилась бы и не вылезала оттуда. Можно я закрою? Глаза закрою и пойду вперед. Как ненадолго хватает зажигалки-то, а? Мы смелые. Мы ничего не боимся. Отпечатки прервались. А это меня не успокаивает. Главное дышать. Глубже. Кислород должен поступать в организм. Фух. А это лабиринт, что ли? Куда идти-то? О. Я направо пошла, если что. О. Что это? Мешки какие-то. О! Ну точняк! Все, платина почти в нашем кармане. Еще нашли. Коллекционный предмет, я только не могу понять, в чем его коллекционность. Проклинаю тот день, когда я захотела поиграть в ужастик. Только начинаешь успокаиваться, и вот... у нее грудь видна, кстати. Я разглядела. Не самая красивая, конечно, но... А мне больше нравится, что у нас на зажигалке сердечко. Может, она уже перестанет меня пугать? Ну что я ей сделала такого? Ну, мало ли, чем там у нас дед с бабкой промышляли-то. Охренеть вообще, куда идти? Тут три прохода. Я сейчас всплакну. Они закончат когда-нибудь эти лабиринты? Я понимаю, что этот монстр, ну, выглядит-то он не страшно, он просто неожиданно появляется, и ты такой... Так, ладно, тут тупик. Может, всегда надо было держаться правой стороны?
сюда, например. Давайте я буду разговаривать о чем-нибудь. О бабочках. Бабочки очень красивые. Они бывают разные, большие и маленькие. Цветные и не очень. Бабуль, ну хоре уже, а? Ну страшно, жуть-то как. Ну идем, значит, правильно, раз монстра поставили. Блин, Кси, ну давай не будем об этом. Про летающих червей как-то не очень хочется. Ну, какой-то очень затянутый момент. Мне кажется, уже даже бабка устала. Да, это Купер так сказал. Шелдон, Шелдон, Шелдон. И куда? Все, вот. Вот я, наверное, и потерялась, да? А может, надо на шепотки вот эти идти? Она периодически говорит что-то. Так, ну ладно, что там про летающих червей? Супер, я что-то только до тупиков дохожу. Этот момент, кстати, чем-то почему-то по атмосфере напоминает какую-нибудь амнезию. Лука. Да, конечно, прям взяла уже и посмотрела. А, она говорит Лука, если что, Лук. Почему вообще Лука? Зачем назвали так ребенка? Там, наверное, наш главный герой уже за собой просто мешок бетонных этих блоков тащит. А нам за ней? Ну, за ней, наверное, а? Ой, выход! Пошла ты! Нет, придется за тобой. За тобой идти! Ну ладно, я пойду за тобой. Я поняла, ты хочешь мне помочь уже выйти отсюда. Сжалилась надо мной старуха. Скажет, сколько можно ты в потьмах тут двигаться? Передвигаться еле-еле. Я мужик, я согласна, надо выбираться отсюда уже. Уже надо. Там кресты перевернутые висят. Ну, пойдем туда, хорошо. Давай, посмотрим, что тут такое. Сфоткай ее, слушай, я вообще про эту функцию забыла. Не бросай руль. Да мы тут все равно не можем от нее убежать. Я никогда не представляла, кстати, как вот можно играть в хорроры в этих VR-очках. Это, наверное, так страшно. Жуть просто. Еще опасно. Это еще надо помещение себе подготовить, чтобы себе не сломать ничего.
кладбище? Что это такое вообще? Кладбище какое-то. Да светится имя твое. Так, ну в общем, она исповедуется нам. А что дальше-то? Ну, исповедуется. Это что-то значить должно. О, записка какая-то. Ее тут не было, по-моему. Он? Он здесь. Кто он? Мне в целом и ее достаточно. Там висит что-то в воздухе. А еще брошюрки лежат. О, свечка. Это как раз четвертая, по-моему. Я тут позаимствую у вас. Еще одна свеча. Я же знала, что там что-то будет. Зачем я вообще пошла туда? Надо было сразу уходить отсюда. Ну зачем я туда пошла? Я только понять не могу, а мне свечки-то как расставлять? Каждую в свой год, что ли? А как понять, какая свеча в какой год? Ну-ка. Может, написано? Или типа наугад расставляй. Так, ладно. Тут есть постамент, это уже хорошо. А зеленая, кстати, была, по-моему, там, где были ангелочки. Но тут вообще такой картины нету. Ты, ёб твою мать, да сколько ж можно, ты уж пугать меня! Ты-то что-то тут забыла в углу? Теперь всегда так будешь, что ли? Я ж пока свечи расставлю, мне уж самой скорую вызывать. Охренеть можно. Блять, да кто это, почему он... А, он в противогазе. А, потому что он руководил газовой камерой, все ж логично. Она его зарезала, у него из шеи торчал нож. Я хоть свечу поставить успел, я туда ее поставила. Синяя, красная, да. Давайте, значит, в 51-й год. А, теперь тут тетка еще причитать будет постоянно. А, у нас синяя. Блин, я сейчас сама молиться начну.
Была ж такая хорошая идея дать нашему персонажу... А, ножу! Да пошел ты к черту! Да плевать я на тебя хотела! Прекрати меня пугать! Я что, к свечке поставить? Я ж ничего плохого делать-то не хочу, господи! Ничего не хочу плохого делать! Дайте мне поставить куда-нибудь, пожалуйста! Он меня преследовать теперь будет по этим темным коридорам? Серьезно? Ну да ну! Откуда в игре сталкер? Это какой-то непонятно кто мужик в противогазе, которого убила его жена. Ну, там и так ни хрена не видно, чуваки, ну вы что? Короче, надо от бабайки убегать. Уходить. Может, сначала сходить в красный? И причем нам явно, вот в этот чертов год. Хотя нет, меня тогда и в красном поймали. Ладно, давайте попытаем удачу в красном коридоре. Если бы все коридоры, полностью... Он тебя гонять мне теперь будет? Это странно, а как у меня ни, стелса-то тут нету? Я-то думаю, он только в коридорах ловит, а он уже в холле, в смысле, в этом, как это называется, в главной комнате. Этого собора начал меня ловить. Хунзала, здравствуй, добро пожаловать на стрим. А может, его можно фотоаппаратом это отпугивать? Давайте попробуем, если появится сейчас. Не будем бежать от него с криками, а попробуем сфоткать. Может, он увидит... Где ты, скотина? Я ж сфоткаю тебя. Куда я залезла-то? На скамейку. Да заткнись ты, ради бога! А, кстати, а что тут? Колокольня здесь или нет?
А, вот как раз две другие свечи. А, ну это мы поставили. Цвет света, цвет солнца. Да, это была желтая свеча. Блин, это... Ой, я бегать могу, черт возьми! Мне дали возможность бегать! В общем, так, ребят, давайте перерыв еще раз, минутчик на пять. Да, оказывается, в игре можно было бегать. А, сейчас, я думаю, после перерыва небольшого я по-быстренькому постараюсь просто пробежать по этим коридорам и поставить свечи. Потому что красться тихо и по стелсу здесь я не знаю как. Без какао никуда, да, слушай, хорошая идея, как раз сделаю себе. Тут три каких-то дырки. Причем в одну можно заглянуть, и тут написано Джордж Браун. А еще постоянно эта запись по поводу того, что убита 35-летняя женщина. Это какая-то загадка очередная. А что написано на столбе? 4. Взаимодействовать с ним нельзя. Так, давайте подумаем... А, дырка! Может, ее пробить надо? Молотком, например. Да. А на кой хрен вообще этот скример был? Ну, Эшли Смит умерла в 2001-м. К чему нет, но он страшный, потому что в целом любой звук неожиданный будет для тебя неожиданным, черт возьми, на то он и неожиданный. Ну, а к чему этот скример-то? Я теперь так в каждую дырку заглядывать буду. Резик точно переведут. Капком в целом молодцы, такой тупости не сделают. И ты уже вроде упоминал, что все страны бывшие СНГ играют. Ну вот да, опять-таки, простите, не только русские говорят на русском языке. Ты! Ты! Да что я? Я это я. Погнали на... А, надо сделать фото себя. О, класс вообще. Ну, в смысле, не себя. Нет, так не надо. А! Там чьи-то ноги. Ноги Мэдисон. Ну, вообще, это достаточно жутко. Я, кстати, нам потом приобрету еще игрушку попозже, когда на нее будет скидка. Называется Visage. Типа этой игры, и тоже в нее как-нибудь потом для разнообразия поиграем. А там стул отражается с веревкой. А мы что, повесились? Нет, наверное, она нам намекает на то, что мы должны повеситься. Петюня. Пятерочка. 4-5. Трудно сказать, ее никнейм. Такой-то, такой ролик с ней только один. Сейчас у нее на Твиче 150 тысяч.
Нет, но всему есть предел. Хочется, конечно, много подписчиков, просмотров, но как-то не так. А заслужено, что ли? Не знаю. Ну хватит уже, слушайте, очень неприятно мужик говорит, а? А здесь цифр нет. Ну назад, наверное, ключ-то я нашла. Может, еще что-то надо? А, я его не взяла. Господи, пойдемте отсюда, очень неприятно. Наверное, на нулевой этаж надо. Слава богу, он... Нет. Думаешь, что решение о поддержке человека должно быть связано с самим человеком? Насколько тебе с ним нравится, насколько тебе с ним комфортно совместно общаться, хватит. Уйди от меня, женщина, я и так знаю, что ты хочешь от меня. Я и так все делаю, что ты еще хочешь? Ах. За изобретательность заслужила. Трешня. Знаете, это как вот пытка такая была, когда капал, ставили, да, над человеком, ему постоянно на лысину, ну, на голову капает. Вот то же самое, так же противно. Вот это вот ты. Еще этим голосом уже азным. Что-то я расслабилась. Так, нам надо включить генератор. Генератор был в подвале. Подвал. Почему я Plague Tale сегодня была такая короткая игра? У тебя сейчас лично есть только одна веб-модель, которую ты иногда поддерживаешь. Ай. Я ж, по-моему, вспотела. Я одна дома. Можно поменьше суперэмоций на стриме, а то ты заколебаешься другу кидать в нарезку. Трэш. Очень страшный коридор был. А. Да, кстати, удивительно, что собака вообще никоим образом не реагирует на то, что ее хозяйка тут, возможно, погибает. Может, меня тут мучают. А. Пожалуйста, включите свет. Со светом очень прекрасно. Он хоть не во всех комнатах, но он есть. Ах, от чего этот ключ? А, ключ в форме часов, значит, он от комнаты с часами. Дайте-ка я запишу
Время, которое указано на этих циферблатах, чтобы я, наверное, сразу по пути какие-нибудь часы, что ли, захвачу. У нас получается раз, два, три, типа четыре стены с часами. Тут у нас дверь, вот так. Так, где дверь? Какое время у нас показывает? Ну, типа без пяти двенадцать. Потому что не надо интернету московских городских теплосетей подключать. О, я вижу, собака сидит под дверью. Все-таки мои вопли, наверное, ее возбудили. Так, а тут у нас 1:30. МГТС первый месяц норм, потом начинаются глюки. Ни разу не видел мою собаку. Погодь. Блин, это не собака, это кот. Ну-ка, иди сюда, иди ко мне, подойди ко мне. О, Господи! А, какая она тяжеленькая. Вот, Константин. Special for you. Вот моя собака. А под дверью на самом деле сидел кот. Так, сейчас я ее выпущу. Все, выходи, выходи. Такая пухлая, молодая. Ей 3 года только. Собака на тебя как смотрит обычно? Или с укором и недовольством? Да когда спала? Это кот сидел, оказывается, под дверью. Так что собаке на меня было наплевать. Она спокойно себе дремала в лежанке. Так, на чем я остановилась? Нет, на том, что разум отбила после этих скримеров сейф. Нам обратно нужно вот сюда. Нам нужен... Нам нужен офис деда! А, тату с номером? А может, и кот дремал себе где-то, а под дверью на тебя смотрело нечто совсем другое? Знаешь, давай без этого. Давай без этого. Пожалуйста. Мне и так страшно. Домой еще никто не пришел. Я не буду выключать свет. Не буду. Как бы, если что, отпаивать меня будет некому. Так, а подождите, а где кабинет деда-то? Но этот сейф открыть я еще не могу.
А, так, это вставляем. Этот циферблат я забираю. Она... Слушайте, ну тут что-то... тут, сука, очень много скримеров. Ну вообще что-то переборщили. Надо человеку давать отдыхать иногда. Может, не смотреть на экран, вот так вот играть? Что-то там боко... ну, в поле бокового зрения происходит, и ладно. Опять этот сраный коридор. Сука, сейчас появится. А за углом появится. За другим углом появится. Нет. Блин, эта дверь была открыта всегда. Я не хочу ее открывать. Ну, найн. Я завидую, на самом деле, возможно, кстати, людям, которые вот реально могут относиться к этому как к игре, и им просто, ну, типа, напоржать. Ха-ха, прикольно, монстр появился. Так, какой циферблат был? 1:30 по левой стене. Где эти часы с кукушкой? Дайте-ка я сначала проверю, а то может окажется, что это те, которые нам нужны, но тут типа 5:10. Ну, либо 2:20. Нет, 5:10. Такого не было. Значит, надо идти искать. А, часы одни были на чердаке, я точно помню. Еще одни часы были в самом начале игры. Блять, какая же она, сука, страшная. А у нее волосы отросли. Она больше стала похожа на деда. Все, она теперь не отстанет. Она, скорее всего, теперь будет преследовать каждый раз нас. Ну, кстати, могли бы придумать какой-нибудь более оригинальный скример теперь. Ну, как-то разнообразить. Не только то, что монстр нас преследует. Это, конечно, все равно... Ну, типа, крипово, но, блин. Что-то другого тоже хочется. Но, с другой стороны, хорошо, что они вообще хотя бы не заставили нас от нее бегать. Если они сейчас такое сделают, это вообще будет печально. 5:40. Так, ладно. Ой, там же еще этот мерзкий звук. Я, кстати, интересно очень, кто там стучится? Так, это вставляем, это забираем. Сейчас она опять там появится. Ну просто можно было бы и быстро передвигаться бегом, но тогда я и буду в нее врезаться и буду бояться еще больше. Так она хотя бы где-то там вдалеке появляется. Ну главное, чтобы она передо мной не появилась, это еще более стрёмно. А, так. Часы еще одни. У меня такое странное чувство, будто бы
изменилась планировка дома. Есть захотела, тоже вспомнила девчонку-любительницу винограда из Элдена. О, блин. Да просто есть как-то захотелось. Ну, нервы еще. Я немножко это... поволновалась. А когда испытываешь такой стресс эмоциональный, сразу, ну, как бы через время, по крайней мере, хочется, ну, кушать. Но... вообще не так. Может, теперь можно покрутить? Блюни сзади, он найдет то, что ему нужно. Как долго один, где ему место? А у них еще аудиокнига, что ли, была? Что это такое? Это глаз? Может, я не докрутила? Там глаз, ребят. Не оборачивайся. Странно, но я не могу это достать. Я не смотрю туда! Приз получен. Бабушка была права. Там этот блювниис, а чё такой большой? Сука. Теперь ещё от бабайки бегать. Мне уж исподнее надо менять. Так, куда я там ходила? Да я уж поняла, что бабушка была права, не надо было мне таких доказательств. Она теперь по дому шароёбится. Хулиганы зрения лишают. Ничего не поняла. Может, теперь сфоткать надо? Не. Нам надо искать глаза. И кидать их, наверное, в дырку, я не знаю. Но я не могу достать этот глазик. Может, тут много таких граммофонов? Может, у меня уже в инвентаре? Удивительная бесовщина. Но граммофон тот больше повернуть нельзя. А он теперь каждый раз будет прибегать? Мне очень интересно посмотреть на того человека, кто делал эту запись. Что-то там про всю кухню нам говорит. По всей кухне, где он написал эту песню для тебя. Чего? Его
по-моему, одна отпугивать. Мы сразили монстра. Так, ладно, у нас появилось это оружие. Блюнис говорит, что у меня красивые глаза. Блин, а тут были еще синие коллекционные предметы. В общем, если что, сразу фоткаем. Нам на кухню, получается. Он испугался моего крика. Странно, что я не могу достать что-то из граммофона, но это явно человеческие глаза. Возможно, поэтому запись так плохо и слышится. Там что-то застряло. Может, поближе надо? Не работает. Так, фотоаппарат на вооружение. Мы вооружены и опасны. Я буду фотографировать без предупреждения. Нет, по идее, туда что-то надо кидать. И судя по той фотке, которую я делала, это глаза. Статуя на месте. Рога отсутствуют. Комната деда. Да, кто-то сделал перепланировку. Предлагаю проиграть пластинку и вот в угол забиться и фотографировать. Таков план. Мерзкая озвучка. Главное, чтобы он запись не прерывал. Меня не возьмешь! Блин, тут еще такое расположение комнаты, там слева и справа проход. Все, ладно, ладно. Может, надо проиграть все граммофоны и случится чудо? Он на звук приходит. Подвал не спуститься, и это хорошо. Не поняла. А все, что ли? Больше нет комнат? Бля. Так, ладно. После каждого граммофона, благо он появляется только один раз.
На самом деле, вот реально прикольно иногда поиграть и в такие игрушки. Они реально так бодрят. Ну, по идее, наверное, последний граммофон, если, конечно, еще где-нибудь дверь не открылась. А это наш папашка с ним так играл? Вообще теперь, вот когда у меня будут дети, я буду покупать им книги только в официальных магазинах. Никаких развалов. Это что, человеческий глаз? А теперь не бегать в обратку, собирать еще глаза? Так, один был тут. Сейчас проверим какую-нибудь другую комнату, где мы уже были, да. А, может... А, нет, один глаз, что ли, нужен? Может, один глаз нужен? А как так, не знаю. Может, одного достаточно? Но, по идее, нужно два. Он же два глаза ищет-то. Очень странно сделали. Он идет. Ёб твою мать! Я не рассчитывала на это, что я промахнусь каким-то образом. Почему он же в кадр попал? Я типа далеко стояла, да? Засранство. Но хотя бы мы в этой же комнате появляемся. Ну я все глаза проверила. Все, этот я скинула. О, ну, в смысле, все граммофоны проверила.